Мир призраков и злых духов. Найденное видео. Зачем вызывать духа воды? Смотрите в этом выпуске. Всем привет, вы на канале Готика. Это один из самых страшных каналов о паранормальном. Так, внимание, подписчики канала Готика. Хочу вам порекомендовать страшный канал под названием Страхопут. На этом канале вы найдете для себя самые интересные и пугающие видео. Фундамент канала – это ролики про пришельцев и НЛО, но автор также выкладывает мистические истории из жизни, реальные жуткие факты из истории. К примеру, случай из ленинградской блокады, человек-мотылек, секретные эксперименты, топ-существ на камеру и так далее. Подача контента нередко идет с юмором. Автор рассказывает о таинственных явлениях, которые происходят на нашей планете. Подпишись на канал Страхопут, будет страшно и интересно. Прояви активность, поддержим канал Страхопут, ссылка в описании, спасибо. Номер 5. Девушка по имени Андрея, автору канала King Frost, прислала видео, судя по всему, снятое охранником в супермаркете. На видео происходят необъяснимые и паранормальные вещи. Точно не скажу, но думаю, что это не первый случай паранормальных явлений. Парень включает камеру телефона и снимает происходящее на видео. But right after, he captures the first activity. This is certainly pretty creepy. I bet the man thought the same at the time. As he checks out the stall, that seemed to be empty at the time, he documents every little detail. Жуткий человекоподобный образ попал на камеру. Обычно в таких местах обитают демонические сущности. Силуэт напоминает женщину в черном платье. Номер 4. Автору канала Sandboxten прислали жуткое видео, где на туристов в лесу происходит нападение какого-то существа. По информации, видео снято в США, и якобы эти парни на видео пропали. На видео что-то напало на них. Maybe you should ask your mom when you get home. Real cool. Oh, hey, well, you guys heard that, right? Yeah. Maybe it's a deer or something. Maybe, but I mean, probably nothing. What if, guys? What if it's the, you know? What if I slap you, huh? Stop trying to get us all scared. Just shut up. All right. Give me some lap. I got you. One more lap. All right. Do you see anything? Check up there. Right up there. Hold on. I mean, nothing there, right? Yeah, I mean, I don't see anything. So. Oh! Dude, hey man! Oh. Landon! Oh, go, dude, go! Let's go! Oh my god! Wait, where are we going? Straight where? I don't know! We didn't come this way, man! Oh, Kate! No. Austin, wait! Kate! Wait. Okay, go! Oh, watch out! Where I don't know. I don't know. You not see? I don't want to die, bro. No, we're not gonna die, dude. I don't want to die. Go. Where? I don't know. Just go. Just get the half out of here. I don't want to die, man. I don't. Find a way to the creek. Wait, quick. Come on, Kate. Kate, you know where we're going? Kate. Which way? I don't know, man. Kate. Oh my god! No! Oh my god! No!
No! Help! Help! Please! If anyone's there! Please! Got it! Если мы опустим легенды о злых духах и ведьмах, которыми покрыта эта история, то можно сказать, что на людей напал медведь, что и предположила местная полиция. Но на кадрах появилось нечто красноглазое и с противным визгом напало на парня. Это точно не медведь. Я больше склоняюсь к версии, что это постановочное видео, снятое где-то в городском парке в стиле «Ведьмы из Блэр». Первое, в этом моменте чувствуется ожидание чего-то участниками видео. Второе, плохая актерская игра, голоса, движения и так далее. Третье, расшатывание камеры, которое направлено на красноглазое чудище. Номер 3. Это видео снято туристом в сельской местности. Мужчина остался один на вокзале в ожидании поезда. Неожиданно и резко высунулась жуткая голова демоницы, и оператор, конечно, был в ужасе. Правда или нет, это уже другой вопрос. Номер 2. Мексиканский блогер в одиночку бродит по ночному кладбищу. И это реально крипово. Появилось нечто странное. No mames. No mames. No mames. Hola. Chinga. A verga. Hola. Hola. Plebe, les juro que miré a alguien aquí parado. Lo miré clarito. Hola. Mira, alguien acá parado, plebe. Martín Quispe, saludos, bro. Ay, chinga, mira una luz. Ah, es de una tumba. Plebe, se ayudan a compartir. García, saludos. Ay. Plebe, les juro que mira algo aquí. Ay. Ay. Номер 1. Вызов духа воды. Это видео снято, предположительно, в одной из азиатских стран – Индия, Малайзия, Сингапур и тому подобное. На видео молодой человек вызывает древнего духа этого места. Я не знаю, видео подлинное или нет, но практически во всех религиях и мифологиях существуют духи воды. К примеру, дух воды Сук-Э-Зи в традиционных мифологических представлениях хакасов. Али – персонажи грузинской мифологии, злые духи, живущие в лесу, скалах, на развалинах, у реки, забирающиеся в конюшни. Вредят рожевницам, младенцам, одиноким путникам.
Так что ночью к воде без нужды подходить лучше не стоит. Также заходить в заброшенные бани, туалеты тоже не рекомендую. Спасибо за просмотр, с вами был Готика, один из самых страшных каналов о паранормальном и необъяснимом. До новых выпусков, всем пока!